Так, ребятки, ну что, сейчас, короче, делаем обзор тачки. Honda Civic 92 года. Сейчас я вам покажу, расскажу, что в салоне. Вот такие вот у нас катки. Вот такие катки. Салон вообще огонь. Вот такие катки. Зачетные, да? Спойлера тут всякие, блядь. Вон, реклама какая-то. Во! Вот это да, спойлерачки. И вот здесь вообще очень опасно. Все очень опасно. Опачки. Опачки. Так, вот здесь капелька, это типа что, бензин сюда заливается. Но с этой стороны диски тоже такого цвета. Так, здесь, короче, огнедышащий дракон. Зацените, это не наклейка, это реально аэрография. Это все реально делалось вручную. Рисовал художник, профессионал своего дела. Так что, если кто-то хочет наподобие что-то такого, можете обращаться, писать мне в личку, либо так вообще платить наличкой, да? Короче, сейчас капот откроем, покажем, что под капотом. Монстра, сейчас монстра покажем. Сейчас вот у меня помощник тут. Петька, золотые ручки. Оп, и капот умеет открыть, короче, и все умеет. Так, вот здесь сердце. Смотрите, сердце. Буквы, ребята, золотые. Реально золотые. Человек даже соскребал, зуб себе вставлял. Так, вот такое вот у нас сердце. Ну, тут вообще фэшн, да? Так, теперь идем, ребятки, в салон. Все-таки еще на мотор обрати внимание. Это золото! Так, вот. Теперь мы смотрим декорчик. Смотрите, смотрите. Ох, вот эта строчка, вот это руль прошит, да? Это просто чудеса. Это просто чудеса. А сиденья? Сиденья уникальные. Сиденья просто уникальные. Ручная работа. Вот это тоже. Все, ребята, короче, весь салон ручная работа. Весь, абсолютно. Сзади то же самое. Но сейчас я открою дверь, покажу идеально. Вот. Здесь тоже все переделано. Все, все переделано подчистую. Видите, какой руль, да? То есть, ну, все как и должно быть в хорошем аппарате. Так, сейчас ручку откроем заднюю. Посмотрим, что у нас сзади. Так, ну тут тряпки какие-то, шматье, блядь. Выкинь их нахуй. Так, ну вот. Вот здесь заднее все так. Обустроено как бы, да? Ох, вот это да! Вот это да! Вот это ништячок. Вообще огонь. Так, здесь у нас надписи, на каждой двери своя надпись. На английском написано... Ну, короче, сейчас я вам перевод этой надписи сдам. На другой двери там есть на русском то же самое. Так, вот багажничек. Багажничек тоже переделался. Все. Помощничек, иди-ка сюда. Канистру убери, сейчас людям покажем, как у нас это... Как функционирует багажник. Вот это все хлам отсюда убери-ка. Короче, это багажник весь переделанный. Весь абсолютно. Смотрите, какая здесь полочка чистая. Здесь можно, короче, это... Просто кушать на ней. Так, сейчас я открою полочку эту. Полочка, короче, открывается. А там запаска. Запаска. И специальный отсек для домкрата. Ребята, смотрите. Он просто весь обшит материалом.
Это просто сказка. В оригинале такого никогда не увидите. Это просто сказка. Так, теперь здесь отдельно сбоку лежат инструменты, да, всякие ништяки. И вот эта стойка, эта стойка, она также может опускаться. Но из-за хлама мы ее не можем полностью. Она опускается, ребята. Она полностью опускается. И то есть, если что, она становится вровень с полом. То есть, и вы можете не только канистру туда хлам пихать, вы можете полноценно использовать багажник вовсю. Опа! И вот она. Вот она закрыта. И вот она поднята. Вот это фэшн. Так, ну что, пойдем теперь в другую сторону тачки смотреть. Так, ну теперь обзор тачки с другой стороны. Здесь, конечно, тень. Вот так вот. Везде надписи. А? Везде очень опасные надписи. И самая опасная надпись это на этой двери. Здесь написано: хлопнешь дверью, ты покойник. Человек очень серьезно относится к этому. И это очень серьезная надпись. Так, ну в общем, салон здесь такой же. Сейчас заднюю дверь откроем. Тут тоже написано, но вот это по-английски, та же надпись, что по-русски. Типа там хлопнешь дверью, ты покойник, короче. Вот такой вот у нас салон. Вот такой вот салон. И снизу леды везде. Короче, в темноте они красиво горят, сейчас это не видно. Вот так вот. Ну все, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь.